Всем привет, всем привет, с вами Шмыг, на канале Шмыги. Сегодня поиграем в игру под названием The Clones. Нет, не The, просто Clones, Close to the Sun. И это вторая часть прохождения данной игры, глава 4, мы с вами закончим заглавие. Мы с вами убежали от маньяка и, собственно говоря, продолжаем дальше наше путешествие по этому миру, по миру Гелю. Если кто-то забыл, то Гелиус — это наш корабль или лайнер, скорее всего лайнер, там Ромин. И на нем очень много и очень много ученых со всего света. Ада Арчер, младшая сестра Роуз Арчер, гениальный теоретический физик. Исследования на борту Гелиус доказали теорию одной электронной вселенной, открывая со станции по всему Земле. Уже перескочил, а я все читаю. Но бывает, бывает такое. Я не знаю. Да, мы пытаемся спасти свою сестру. И, как оказалось, наша сестра Ада, она побывала в будущем, отправила мне письмецо, и я на этом корабле. Ну, какая-то такая завязка. Творение Дедала. Какая-то такая завязка на сегодняшний день. Эй, это Обри! Есть новости от сестры? Нет. Я волнуюсь. Она уже должна была связаться со мной. Наверное, передача сигнала блокируется дверью. Все, наверное, все в порядке. Так что... Сейчас подходящий момент, чтобы спросить, откуда Людвиг знал твое имя. Может, он меня с кем-то спутал? Я предпочитаю не думать об этом. Тем не менее, но он откуда-то знал твое имя. Должно быть, он знал о том, что... Эй, Обри, помоги! Я пытаюсь, подожди! Он еще двигается, Обри! Останови вагон! Я пытаюсь, Обри! Обри, мать твою! Останови! О, прыгай! Я умер или не умер? Или я допрыгнул или не допрыгнул? О, Роуз! Ты в порядке, Роуз? Это было страшно. Слава богу! Слава богу. Jump, Rose. Секунды позже и... I've got some good news and some bad news. Хорошая новость и плохая. Какой начать? Лучше всего начинать с плохих новостей. Ладно, в общем, я думал, что ты доедешь прямо до белой лаборатории, в которой находится твоя сестра. Очевидно, этого не произошло. Хорошая новость, я точно знаю, куда тебе идти, чтобы попасть в них. А еще я могу дать тебе это. А, света немного дал. Спасибо. Свет в конце туннеля. Ты уловила свет в... Ладно, просто иди по туннелю, пока не доберешься до станции. Звучит довольно просто. Я пойду на свет. Опять огонь. Ага. Я понял. Через трубы будем прыгать. В принципе, игра Steampunk такой, который... Я правильно назвал это слово или нет? Я же вам второй раз называю неправильное слово. Подожди, может быть, здесь есть что-нибудь почитать? Скорее всего, нету, да? Ну ладно. И который, на самом деле, напоминает и Bioshock, и не Bioshock, и The Prey, и Сому, и... А, подожди, надо что-нибудь крутить или не вкрутить. Я могу как-то повернуть этот баллон? Вот, надо потушить огонь. Или нет? Подожди, что-то не понимаю пока. Тут головоломки, но на самом деле головоломки,
головоломки простые, но иногда, ну, шмыга играет, поэтому может быть все, что угодно. Так, туда я перейти не могу. Так, хорошо, здесь ничего нету. Что с огнем? А, мы просто горим, понял. Прикольно. Сейчас еще раз попробуем. Головоломки простые, но чтобы найти их решение, нужно... Просто почему я не могу туда-то перепрыгнуть через это вот? Я же прыгать типа могу или не могу? А, или понизу типа идти? Да ладно. А, вот что он делает. Все понятно. Да я не видел вообще этого пути вниз, на самом деле. Ну, извиняйтесь. В принципе, очень атмосферный такой триллер, что ли, можно так сказать. Где ты просто ходишь от точки А до точки Б. И, в принципе, все. Ну что, Роуз, ты дошла? Обри, да, я на станции. I'm at the station. Where do I go from here? You're at the tech. Сейчас на техническую лабораторию. Я уже перенаправил питание в секцию, в которую ты сейчас войдешь. Я взял на себя смелость приблизить нужных зверей, чтобы направить тебя в биолабораторию. Просто иди этим курсом. Но имей в виду, я не смог сделать так со всеми людьми. Так что будь внимательным. Окей. Anything else I should Ладно, know about this place? Что-нибудь еще нужно знать об этом месте? Ну, тебе вряд ли понравится. Так что, знаешь, лучше заткни нос. Бенни и при жизни не пах розами, но поверь мне, разлагающаяся плоть имеет неповторимый аромат. Согласен, Бенни, да? Он как тюльпан в сердце. Это ненормально. Я использую запорную руку лучшего друга, чтобы почесать себе спину. Конечно, я не в порядке. Просто продолжай двигаться через техническую лабораторию. Я скоро снова свяжусь с тобой. Возникновение грозовых штормов без дождя обвиняет технологию управления погодой Теслы. 7 дней грома и молнии без капли дождя. Погодные эксперты не могут объяснить феномен. Поговорил, что в этом замешан Вордунклифф. Демонстрации под штаб-квартиры Вандерклиффа принимают насильственный оборот. Сотрудники Вандерклиффа работают в дополнительную смену. А я там что-нибудь, может, не прочитал, нет? Ну, наверное, нет, потому что... Не знаю, вот там, может быть, что-то не прочитал, да? Интересно. Ну ладно, уже поздно. Или не поздно, не знаю. Где двери открываются? А, вот здесь. Что так все шумит-то в ухо мне прям, да? Так, продолжаем. Ага. Опять видение у нас. Направо нас не пускает. Поэтому продолжаем. Продолжаем. От этих призрачных видений мне не по себе. Насколько сильно должен пойти не так, как степенно со временем, чтобы картина прошла, стали видны настоящим. И правда. Тихо, что там написано. Ой-ой-ой-ой, не пугай меня. Exolic, do not enter, evacuate through the tunnels. Эвакуация через туннели. Не входить. Но мы попытаемся все-таки, да, наверное, войти. Войдите в техническую лабораторию, чтобы найти путь к Аде. Да, постараемся. Сейчас постараемся. Или нет, или не постараемся.
изучить. Содержание, что ты имел в виду, говоря, мы заставили время кровоточить? Во-первых, мы не сделали ничего плохого, вся эта заваруха началась из-за вас, физиков, и в первую очередь по вине мудаков из отдела пространственной физики. Неблагодарные охотники за славой. Это вот благодаря вам мы каждый час слушаем предупреждения об обнаружении потусторонки. Совершенно очевидно, что карантин не работает, а народ напуган. Исправьте это, чтобы мы все могли вернуться к работам. Наверное, да? Да. Мы заставили время кровоточить. Чего? Так, у нас есть двери вон там, я вижу зелененькая, горелую, да? Ну давай еще здесь немножко походим, просто потому что мы можем, да? И все. Хотя он говорил, что он открыл все двери, которые нужны нам именно, да? Поэтому, ну ладно, давай да. Давай да. Хотя, может быть, я просто боюсь упустить что-нибудь важное из сюжета, поэтому... Поэтому вот так вот. Да-да-да. О! Я же говорю, что мы что-нибудь дооткроем такое, что нам... Значит, после версии был видеокаратин, но он не смог сдержать угрозу. Хорошо, но тут слишком много трупов для одного чокнутого психопата. Мне явно не хватает деталей, чтобы сложить этот пазл. А, ладно, ребята из СБ не смогли взломать его. Я сказал им, что ты можешь попытаться. Я полагаю, это шифр Цезаря, замена символов. Дай мне знать, если можешь взломать его, Стив. Набор странных символов, которым из беспорядочной и испещрена страница. Испещрена? Есть такое слово? По-моему, нет. Но я такого не знаю. Испещрена. Исписана, наверное. Так, здесь тоже что-то имеется. Чертеж луча смерти. Так, ну в целом мы тут все вроде обыскали, да? Давай дальше идем. Тихо-тихо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Кто там хрюкает мне? Не надо. Я боюсь тебя. Закрыто. Хорошо. Хорошо. Закрыто, так закрыто. Так, тут тоже закрыто. Окей. Темно, очень темно. Да как себя продвигается, Роузи? И что за ужасный звук? Как раз хотел об этом поговорить. Ты можешь как-нибудь отключить генератор молнии на моем пути? Так я вижу, что проблема, но... Извини, Роуз, тут мои команды не срабатывают. Чудесно, что же мне делать? Потому что у тебя получается лучше всего бежать. Только теперь придется бежать, уклоняясь от молнии. Может, есть способ отключить эту штуку отсюда? Я как раз к этому иду. На нижнем этаже находятся аварийные переключатели. Там две панели, ты увидишь их, и их нужно отключить. Так ты сможешь вырубить эту хреновину. Я отключусь ненадолго, Роузи. От этого шума у Бенни разболелась голова. То есть мне надо как-то попасть не на нижний этаж, да? И отключить какую-то хрена. Так, тут ну только спускамба есть. Больше ничего нету, кроме спускамбы, да? Мимо молнии надо бегать. По-моему, мне кажется, мы сейчас подохнем пару раз. Или может быть даже не пару. Danger. Закрыто. Так, подожди. Нам нужно отключить это говно. Ой-ой-ой, почему? Я же за ней был, или типа ИП пофиг ей, да? Ой, ну ладно. Так, надо найти просто куда, где переключалка, и все будет просто. Все будет простецки просто, да. А, вот она, да, нет?
Все, да? Отлично. Два выключателя только надо было закрыть, и все. Так, теперь мне надо подниматься, да? Скорее всего, да. Поднимаем бы. И через второй этаж проходим бы, да? Ну, как-то так. Продолжается двигаться через технологическую лабораторию Кайди. Воу-воу-воу, это кто там? Что это? Вот вот взять. Действительно. Опа! Hey, stop. Эй, стой! Роуз, ну пожалуйста, зовись Роуз. Ада. Роуз. Слава богу, как ты? Я нормально. Что произошло? Я очень беспокоилась. Мои передачи глушились, но я нашла способ, как обойти это. Надо полагать, тебя тоже запер Тесла? Да, но я выбралась. Я практически вот белая брата. Ты же еще там? Постой, ты что, смогла выбраться из изоляции? Ну как? Мне помог Обри, помнишь, я рассказывала? Он тоже заперт, но он спас мне жизнь, так что мы должны помочь ему выбраться, я обещала. Конечно, поможем. Но сперва мои исследования. В них ключ ко всему. Хорошо, прекрасно. Тебе удалось достать вторую половину? Нет, она находится в театре. Встретимся прямо в... попадешь в операционную... Что? Вот дрянь. Конечно, дрянь. И чё, мне обратно типа бежать или чё делать? Что у меня по заданию-то? Алло. Эй. Так. Чертёж какой-то, да? Ну возьми чертёж-то, пожалуйста. Ну в руку, ну. Не можешь? Почему? А он не хочет брать, смотри. Лол. Какой-то трупешник валяется. Я не могу чертеж взять почему-то. О, я могу. Чертеж рентгеновской установки. Видимо, это она, где он издох, да? Наверное, да. Так, что еще я могу здесь сделать? Ничего, по идее, да? Обратно бежать, типа, или что? Как быть-то мне? Так, а куда обратно? Обратно уже все. Может быть, я что-то здесь упустил? Вроде не должен был. Тут заперто, там оттуда я пришел. Так. Очень странное говно. Звук этот противный, да? Он вас раздражает? Меня уже достал, если честно. Напрягает очень сильно. Здесь я ничего не могу нажать. Тут я просто захожу в комнату. И что? Я гнался за каким-то упырем, который убежал, да? И он запер там дверь. Так. А, понял. Чё так до хрена трупов-то? Ну да, такое себе зрелище.
через толканы будем ходить. Открывай, давай. Заперто, да? Занято там кто-то это. Опа, открывамбо. И что мы видямбо? Мы ничего не видямбо, да? Только здесь. Угу. А здесь? Я так и думал, что будет скримота. Поэтому я был готов. Никто не должен садиться и покидать суд. Садиться и покидать суд. Ну ладно, что. Таковы правила. Соблюдать карантин, так пока не подоспеет помощь. Такое было распоряжение, и все умерли за него. Я держал код в тайне, когда Софи просилась покинуть корабль в первый день. Я держал код в тайне, когда профессор Сантос требовал войти на второй день. Я держал код в тайне, когда аномалия всех убила на третий день. Достаточно больше никаких секретов. 122. Кто бы не нашел его, я желаю тебе прожить жизнь и умереть в отведенный срок далеко отсюда. Алан Тугнер, офицер. Я сохраню это для тебя. Так, значит, у нас есть пароль от чего-то. И, собственно, все. Головоломки опять какие-то, нет? Так, подожди, а откуда я пришел? Я оттуда пришел, да? Направо пойдем сюда. Ну, в смысле, налево, но оттуда направо, с той стороны, типа, направо. Нет, 32-122. Открывамба. Хорошо. Бежамба. Опа. Так. Что здесь мы можем увидеть? Изучить. Подожди, изучить. Зашифрованные символы опять. И тут какие-то, да? Стив Бьюс, лаборатория, Алан Тугнер, лаборатория. Стив, я получил частичные полные расшифровки. Затевается что-то серьезное. У Эдисона здесь есть действующие агенты. Я храню чистовые копии в своем сейфе. Встретись со мной, как только прочтешь это. Извести мистера Т. Думаю, ему стоит взглянуть. То есть он все расшифровал, да? И у Эдисона здесь есть... Так, а как он расшифровал? У тебя есть такие фишечки? Нет? А, вот, смотри. Дот... UFGS. Но мы не будем это делать. Наверное, да? Странный символ, за которыми следует фраза. Они не знают о твоем присутствии. Да, опасненько. Опасненько. Так, еще какая-то одна комнатка, да? Я думал, кто-то за мной ходит. Уходит. По звукам, так, да? Страшненько. Напряженочка. Установки управления землетрясениями. Понял. Чертеж опять какой-то нашли. Просто для чего это, я не понимаю. Ну ладно. Мы просто тупо ходим каким-то... проникаем... Ну, мы проникаемся атмосферой, да, но... По сути, она как бы ничего не нужна. Ёб твою мать. Иди-ка на нахер. Иди-ка ты нахер. О, людишки, много людишек здесь было. Так, посмотрели. Что за кинч? Ну, понятно. Нет, мне надо запоминать чертежи? Наверное, нет. Они здесь смотрели какие-то кин-кин-кины. Ну, блин, ну перепрыгнуть-то через стул-то, камон. Ну, блин, меня через весь... А, подожди, вон дверка есть. Да, дверку не увидел. Вот сейчас увидел. Наверное, эта голубая дымка и стала причиной карантина. Тусторонка, или как там ее называют? Я не могу здесь сюда открыться. Со мной я куда? Так, хорошо. Нифига себе, она там сильная. Давай, давай! Ученый, беги! Беги! Ёпты! Вот это уже опасно! Стой, прошу, не оставляй меня! Пожалуйста, помоги мне, пожалуйста! Пошел в жопу!
Бегите. Окей. Бегу. Оп. Ай! Ух ты, еще чуть-чуть и... Обри! Что это была за чертовщина? Это, моя дорогая, одна из темпоральных аномалий. Это имеет отношение ко времени? Ничего не понимаю. Представь, что время — это биологическая система. Эти штуки просто антитела, борющиеся с проблемой. То есть с нами. Но откуда ты узнал? Как ты узнал, что нужно закрыть дверь? Ну, они такие уж неуловимые. Куда движется потусторонняя энергия, туда движутся и они. Не так уж сложно следить, если понимаешь, что делаешь. Ты уже третий раз спасаешь меня. Спасибо, Обри. Так что... Ты знаешь, где белая резервная сестра? Ага. Она в операционной. Я уже близко? Да, рядом, рядом. Я открываю все двери, какие могу, чтобы пропустить тебя туда. Там перед операционной находится смотровая комната. И оттуда ты сможешь ее увидеть. Короче, в общем, иди поздоровайся с сестрой. Дорогая, дорога открыта. Я так и сделаю, Обри. Еще раз спасибо. Да что-то, блин, в этой части не хочет он, короче, брать эти, смотри, записки. Я не знаю почему. Вот, тихо, стой. Ну. Под определенным каким-то углом, что ли, надо вставать. Алло, игра. Ну, дай сюда. А, карантин, день нулевой. Запер себя в отсеке для животных, сломал дверной механизм. Теперь ничто не должно проникнуть сюда. Не хочу рисковать с гребаной потусторонней энергией всем, что в ней кроется. День второй проснулся от того, что эти мелкие твари пытались съесть моего уха. Адская боль. Нужно найти дезинфицирующее средство, пытаясь прибить как можно больше, но они верткие. День четвертый. Ухо опухло и явно инфицировано. Не рискую засыпать. Я вижу, что они выжидают. Сильный жар. Мне нужно лекарство. Последняя запись. Мне снилось, что мои ноги горят. Но это был не огонь. Они изгрызли мои ноги в клочья. Маленькие мерзавцы наконец-то мстят. И нога лежит. Ну да. Окей. Понял. Осторожно продвигайтесь к операционной в биолаборатории. Осторожно прям, да? Осторожнее. Уля-ля. Ну а тут что у нас? Там какой-то чертеж, но... Да, в игре как, ну, вот такие вот глюки есть небольшие. Индуктора искусственного фотосинтеза. Фотосинтеза? Да, понимаешь, о чем я говорю? Так. Хорошо. А, он открыл, типа, все лаборатории. Так, а мне нужна смотровая, да? Операционная. Да хорош ты мух своих разгонять. Добей на мух. Мухи не самое страшное, что может быть здесь, я так понял. Поэтому смотровая, где смотровая? Подожди. Я оттуда пришел, да? Да, я оттуда пришел. Лаборатория закрыта. Но мне кажется, что мы сейчас увидим свою сестру, которая умерла, нет? Вам так не кажется? Ну, доктор Харнен, Харнеск. Или как-то он. Или не доктор он совсем. Кто он или... Кто он? Как там? Братюль. Брутуль. О, здорово, ты кто? О! Мэгги, я уже говорил тебе, что я работаю в отделе физических исследований, и не значит то, что я не понимаю то, что делает старший исследователь Арчер. Да, я понимаю, что все хотим... Постичь новый научный горизонт так же быстро, как она, но в действительности на борту больше нет никого, кто бы мог сравниться с ней. Одна только ее математическая работа по созданию бесконечных временных петель с использованием пространственного резонанса является революционной, и это даже рядом не стояло с ее инженерным вкладом в создание генератора ядра. Честно, если ты хочешь узнать больше о ее исследованиях, просто пригласи ее на обед. Я слышал, что он достаточно приятный человек. Анна.
Ой, изучать конвертоплана. Так, понял. Кажется, что вообще моя сестра, типа, это все замутила. Да небось. Будет прикольно. И еб твою налево. Скримота. Скримота. Люблю скримоту. Слышь, а можешь подвинуться? Куда мне нам? Мне надо туда проникнуть. Мне нужна смотровая. Я никак туда не пройду, да? Ladies. Уеб твою налево, бляха! Вот ты, сука, две скриматы подряд. Это, да, это неожиданно было. Козлина какая, а? Так. Спринт с животными, управление погодой, манипуляция со временем. Сал хочет что-нибудь, чем они здесь не занимались. Типа того, да. Охренели, что ли, совсем. Вообще уже. Край. Устройство для генетического контроля дождя. И даже дождь они контролировали, землетрясение, и временем, и все, все. Что они тут делали, а? Упыри. Так, перепрыгните. А вот и моя сестреха, типа. Вот дерьмо. Hey, эй, следи за выражениями. Роуз! Oh, о боже! Моя старшая сестра здесь. Моя старшая сестра здесь. Yes. Да, она самая. And we, dear sister, и мы, сестренка, выбираемся отсюда. Come on. How do I скажи, get как you? Тебе попасть? There's a door on your right. Там справа от тебя находится дверь, короткий коридор, лестничный пролет, ты не заблудишься. I will be right down. Я иду. Опа. Ада. Эй, Ада. Я ничего не делала. Ада. Ада, уходи, get уходи out. Сейчас же. Get out now. I can't. Я не могу. Rose, я не могу. I can't. Rose, listen to me. Rose, послушай меня, все в порядке, все хорошо. Okay. You're here for me. Ты пришла сюда ради меня, и я буду любить тебя вечно за это. Но сейчас я должна сделать одно дело. Достань мои исследования, Роуз, сохрани их, отправляйся в театр и достань ему второй блокнот. Вместе с блокнотом станут ключом ко всему, ты можешь это исправить. Обещай мне, Роуз, обещай мне. Обещай мне, Роуз. Я обещаю. На этом, скорее всего, заканчивается глава, да? Поэтому сейчас будет, наверное, пятая глава. И как она будет называться? О, это очень интересно, да? Очень долгие загрузки здесь между главами, поэтому нужно немножко подождать. Глава 5. Тьма Аида. Роуз. Идут, Роуз. Зовись, Роуз. Ну же, Роуз. Ответь мне. Роуз. Отстань, Обри. Сейчас или никогда, Роуз. Они приближаются.
У меня скоро кончатся двери, и я не смогу сдерживать их. I don't care. Мне все равно. Ее больше нет, Обри. Я опоздал. Ее больше нет. Я знаю, знаю. Но ты поклялась, Роуз. Ты дала слово. Если сейчас же не уйдешь, они доберутся до тебя. Дала слово. Ну же, давай иди. Дверь слева. Вперед! Так, давай тряпка встала быстро и пошла налево. Быстро, я сказал. Быстрее. Спаситесь и сдержите обещание. Прикольно. А почему она мне говорила направо надо идти, сестренка? Хорошо. Продолжай двигаться в сторону отдела физических исследований. Как только меня вытащишь отсюда, я не пойду в машинный зал Обри. Но ты же обещала. Ты всегда давала обещание. Я знаю, Обри, знаю. И я сдержу слово. But my sister asked me to do one last thing for her. Одно последнее дело ради нее. I have to do this first, я должен выполнить ее просьбу, Обри. Семья на первом месте, я понимаю. Как тебе нужно идти? Куда тебе нужно идти? How do I get there? Как мне туда попасть? Открой дверь в отдел физики и исследований, а я пока подумаю, как тебе добраться в театр. I'll be right back. И скоро буду. Это, видимо, сюда, да, надо открыть дверь рамбу? Или нет? Или я не прав, или я прав, или ты не прав, или что? Что происходит вообще? Подожди, здесь дверуха. Здесь, понял, все. Пошли сюда тогда. Дверь амба, да? Небольшая дверь амба. Не хочет дергаться ручник этот. Так, давай тогда почитаем. Наше расширение в секторы, ранее занятые отделом исследования погоды, занимает больше времени, чем предполагается. Это значит, что мы должны быть очень рациональны, когда речь идет об установке существующего оборудования. Я знаю, что отдел погоды не торопится собирать вещи, но прошу вас быть терпеливыми и деликатными во время этого процесса, поскольку нам еще предстоит работать вместе над распределением мощности. Новое оборудование будет доставлено в течение недели, и поскольку мы еще все в процессе перехода, возникает проблема хранения. Мой офис всегда открыт, и если у вас есть предложение или идеи, как решить эту проблему, я буду рада обсудить это с вами. Продолжайте в том же духе, впереди нас ждут захватывающие события. Ада Арчер. Стоп, это написала Ада. Так, мы отключаем здесь питание, можем здесь открывать дверку, да? Да, погнали. Так, это мы эту дверку открыли. Подожди, а вот там ничего нет? Да ё-моё, ничего не открылось. Нет, ничего не открылось. Ладно, погнали тогда туда. Да, очень напоминает The Prey, ну, местами, да, и... Вот так. Okay, так, Роуз, думаю, у меня есть решение этой задачки. Ты тут? Yeah, да, I'm ты... here. Something is burning. Что-то горит. Oh, yeah. Ага, да. Это ядро реактора. Эпицентр, именно там все и началось. Выходит, что огонь, который мы зашли, продолжал гореть все это время. Он днями поглощал гелий изнутри. Не вдыхай испарения, это крайне нежелательно. Сказать проще, чем сделать. Ну что, у тебя есть для меня маршрут к театру? Да, но тебе вряд ли понравится. Выкладывай. Удиви меня. Видишь, откуда идет весь дым и огонь? В общем, тебе нужно пройти через это, прямо через центр этого места. Ненавижу это место. Слышимость ухудшается. Ядро реактора экранировано, так что пока ты там ресивер работает. Пока там ресивер работать не будет, тебе придется преодолеть огонь самостоятельно. Я буду следить за распространением потусторонней энергии позади тебя. Надеюсь, у меня получится ее сдержать. Поговорим, когда выберешься на ту сторону. Окей. Демейлос? Какой-нибудь совет напоследок? Не сгори.
Хороший совет, мне нравится. До моего сведения дошло, что вчера вечером во вторник произошла ссора между сотрудниками отдела физических исследований и отдела исследования погоды. Мне также сообщили, что все полученные во время ссоры травмы не опасны. Я не знаю, из-за чего меня больше гнетет стыд. Из-за того, что сотрудники моего собственного отдела при подходящей возможности склоняются к насилию, или из-за того, что никто из вас даже не знает, как надо драться. Пускай это не вводит вас в заблуждение, это была первая и последняя ссора на борту Гелиоса. Пока я здесь, работаю старшим исследователем. Следующего, кто попытается спровоцировать конфликт, я лично выкину в Атлантику. Не испытывайте мое терпение. Те из вас, кто участвовал во вчерашней потасовке, получат дисциплинарные задания. Так что остальные, кто знает, как себя вести, смогут пользоваться сверкающими чистыми туалетами в ближайшие 3 недели. Хорошего дня, Ада Арчер. Взяла, наказала всех чистить талканы. Ну, что за человек? Так, погнали в дверь в эту, да? Здесь смотрим всякие записочки-пиписочки. Так, записочки-пиписочки есть. В соответствии с правилом 38C, параграфом 2, нового регламента отдела физических исследований, еженедельный код доступа к ядру был изменен на следующий 11223. Не сообщайте код доступа сотрудникам других отделов, следующая смена кода произойдет через 7 дней. Ада Арчер. Do not open. А какой там был? 11223. 11223. 1-1-2-2-3. 1-1-2-2-2. А где его вводить? Эй. Ик. Мне нужна дверка. Это дверка. Куда мне надо идти погодить? Не понял. Нет, сюда я тоже не могу пробраться. Значит, подожди, значит нам нужно... Дверь, которую я с паролем. Не сгори, он говорит, да? Хорошо, постараюсь. Не входи, на было написано. Роузи Роуз. Роузи Роуз, не входи. Так, там бегали люди. Мы это видим прекрасно с вами, да? Ай! Приберитесь через огонь в эпицентре. Ой. Ой. Твою мать, иди сюда. Мать, ты что-то даже не... Обещай мне, Роуз, обещай мне. Эйда? А, да? Но у меня уже брюки, короче, пошли. Роуз, опасная, моя старшая сестра здесь. Моя старшая сестра здесь. Прямо в центре достанем мой второй блокнот. Если блокнот станет ключом ко всему. Опа. Обещай мне, Роуз. Стоял рядом с ним, когда он решал за секунды такие уравнения, которые простые ощущения тратили недели. Было буквально слышно, как работает его мозг, Бенни. Его реально было слышно, как природа. Я скажу тебе... Обри! Подожди, подожди. Роуз, а ты снова на связи? Отлично. А я тут рассказывал Бенни. Театр, Обри. Как мне попасть туда? Ты говорил, есть лифт. А прям впереди. Я доведу тебя до него. А что тебе там нужно, кстати? А, я должна найти там блокнот. Роуз. И я не могу полностью понять глубину твоей скорби. И я искренне соболезную тебе. Но я спас тебе уже чертову кучу раз. Думаю, я заслужил знать чуточку больше. Ты прав, Обри, прости. Я ищу блокнот, который моя сестра спрятала где-то в театре. В нем описаны ее новые исследования. И я дала слово, что сберегу его. Все на судне признали ее гениальность.
включая Никол. И вот ее не стало. Лифт перед тобой, Роуз. Дай знать, как будешь готова. Рад объявить, что благодаря вашей усердной работе и самоотверженности мы снова идем по графику. Я знаю, что месяц выдался непростым, но последняя инспекция ядра показала, что все активные системы работают нормально, а загрязнение не превышает допустимых норм. Я знаю, что вы все с таким же нетерпением, как и я, хотите запустить этого монстра, но нам предстоит провести еще ряд диагностик, прежде чем начать тестирование. До тех пор, пока... До тех пор я выделила из нашего бюджета средства, чтобы провести небольшую вечеринку в ближайший четверг. Просто придите в ваш любимый бар и предъявите удостоверение сотрудника отдела физических исследований. И наслаждайтесь бесплатными напитками до полуночи. Хорошо проведите время, вы это заслужили. Только не перестарайтесь, я по-прежнему рассчитываю на вашу готовность к работе в пятницу с утра. У нас впереди еще много работы, но ваше усердие уже приносит свои плоды. Собственно говоря, это написала тоже моя сестриха. Я здесь ни хрена не вижу. Почему? Потому что... Ты видишь что-нибудь? Я не вижу ни черта. О, могу что-то почитать еще. Пространственный физик Ада Арчер присоединяет к проекту на Гелиусе. Молодая и подающая большие надежды ученая стала самым свежим пополнением в команде Никола Тесла. Сегодняшнее официальное заявление. Возмущенный профессор в открытом письменном протесте утверждает то, что Тесла крадет величайшие умы ради собственного обогащения. Последние новости от Теслы. Ученые наглядно показывают 3 новых открытия. Глава 6. Трагедия Диониса. Есть идея, где может быть спрятан блокнот? Театр-то не маленький. Особо же большой. Я не думаю, что я знаю, где может быть этот блокнот. Но я и не так... Не в том порядке, но ладно. Это всего лишь вестибюль. Погоди, посмотрим, что ты скажешь, когда увидишь сам зал. Ты пока там осмотрись, а мне надо уладить кое-какие дела с приборами управления погодой. Я выношу их позже, зал, ладно? Конечно. На это уйдет немало времени. А так, это всего лишь вестибюль, соответственно, мне нужно куда-то проникнуть, где в сам зал, типа, да? Да и прыгать. Ну блин, видишь, она не прыгает даже через ножки стола она не прыгает. Ну что за... О. А там монорельс. Монорельс есть, да? Тебе нравится, когда говорят монорельс через Е? Монорельс через такое жесткое Е. В будущем мы исправим ошибки прошлого, только сдержи свое слово. То есть, в принципе, скорее всего, это уже, типа, происходило или нет, или как? Что происходит? Мне очень жаль, усовершенствованная башня потребовала, заняли больше времени. Здесь я не заставила ждать слишком долго. Вовсе нет, не беспокойтесь. Я еще не вполне освоился на Гелиусе, так много этажей. Еду с заведением Ады и Тесла в театре. Подожди, а где они? Они еще только идут, типа, наверное, да? Поэтому так все будет долго. Тихо, где они? Ууу, сюки, куда ушли? А, вот. Вот мисс Арчер, большой театр Гелиоса. Ух ты! Я рад, что вам нравится. В этом году у нас прекрасная программа. А теперь взгляните вон туда. Это ваша личная ложа, откуда вы сможете смотреть все представления. Это была моя ложа, но я настаиваю, чтобы вы приняли это от меня в качестве подарка за признание за ваше исследование. Даже не знаю, как вас благодарить. Ну что, в этом пустяке, пожалуйста, зовите меня Никола. Никола. Но что скажут остальные?
начнутся сплетни, что я заняла вашу ложу. Она больше не моя. А люди всегда будут сплетничать. Меня это мало волнует. Я хотел побывать на ее выступление. Личная ложа. Доберись до личной ложи. Может, ты спрятала там это говнище? В смысле? Так, и... Ради одного такого вида стоило строить весь театр. Но довольно по мне. Что насчет вас, Аида? Ада, расскажите о своей семье. У вас была сестра, если не ошибаюсь? Да-да, Роуз Арчер. И если вы считаете меня упрямой, либо то, что вы скажете после знакомства с ней. Чем она занимается? Она журналист. Правда? И хороший? Лучше. Второй... Вторник сентября. Дорогой дневник. Сегодня Майкл спутал наши пивные бутылки и выпил из моей. Я сказал ему об ошибке, но он просто рассмеялся. Если он сделает это еще раз, я, черт возьми, вцеплюсь ему в глотку и буду сжимать до тех пор, пока он не станет такой же забитый, как туалет Гелиуса. Хотя он хороший парень и пахнет приятно, как лаванда и рыба. Лаванда и рыба. Че, сюда нужно? Ой-ой-ой. Я держу типа равновесие или не держу? Или просто тупо нажимаю? Вперед. Ну, наверное, тупо нажимаю вперед. Или нет? Ой-ой-ой. Только спокойно, только без паники. Это моя ложа или где моя ложа? Алло. Дневник дай. Так, открываем бо. Ага. Так, вот мы и пришли. Я надеюсь, это скрасит ваши будни на Гелиусе. Это прекрасно. Я правда не знаю, как вас благодарить за это. Ерунда, дорогая. Просто продолжайте развивать свои теории. Этого будет более чем достаточно. Я верю, что вы на пороге революционного открытия. Не хватает лишь последнего импульса. Я надеюсь, на Гелиусе мы найдем все, что нужно для завершения этого. И когда мы сделаем это, мы изменим мир навсегда. За изменение мира. Найдите блокнот в ложе у Ады. На как же я его найду? А вот это что? Not here. Здесь нет. Not here. И здесь тоже нет. Это типа прикол? Ай. Ну же! Изучить. Используйте взрыв для вызова гостевого лифта в приватную зону. Отыщи я, пока я пробираюсь через еще один отдел обратной связи. Я подсказываю, начни с центра комнаты. И это все? Ты хочешь, чтобы я здесь сломал голову твоими загадками? Have fun. Развлекаюсь. Сядьте в лифт и спустите центральный центр. Вот черт. Я слышу тебя, Ада. Сядьте в лифт и спуститесь на центр, на сцену театра. То есть откуда туда дальше. Погнали. Ну, нам направо, типа, и там лифт, и там сцена, не сцена, не знаю. Так. Угу. Ставлямбо. Ставлямбо, я сказал. И уезжамбо. Уежамба, да. Полностью уежамба. Я все никак не пойму эти видения сада. Или то, как радио могло воспроизвести наш с ней разговор из прошлого. Но такое ощущение, что она все еще здесь. Ведет меня вперед. А че так низко-то, алло? Так. И мне нужно на сцену театра попасть, правильно я понимаю? Так. All right. Ладно, центральная сцена. Как на нее попасть? Найдите исследование Ады, обыскав сцену и все вокруг. И все вокруг, прям все вокруг. Thank you.
О, тельце чьё-то. О, кто-то играет. Прекрасный Люси из Гелиуса, с благодарностью Фабрие. Великий Фабрие, шикарный усы. Так, вот здесь есть. Центрально. Так, если бы я была сверхсекретным исследованием, где бы я спряталась? Исследованием. А не исследователем. Читай, блин, нормально, шмыга, хорош. И куда бы я спряталась, если бы я был из секретным секретиком? Не, ну центральный вот сюда, может быть? Вот, да. Вот, да. Опа. Опа-па. Так. Что там, что там? А-а. О, мы нашли или что? Или нет? Да, нашли. Людвиг. Роуз. Опа, ничего себе. Камон, ты что, дурак, что ли? Как ты здесь оказался, баран? Что, типа, бежим? Ты меня помнишь, Роуз? Ты помнишь, что ты сделала? Я видел тебя на бале маскараде, Роуз. Все это твоих рук дело, Роуз. Джамп. Прыгай, прыгай, скотина, прыгай. Черт, куда он делся? Where did he go? Убегите от Людвига. Ну, пытаюсь. Эх, ты собака, тварь, закрыта. А сюда? Закрыта тоже? Разота. На каком бале маскараде он меня видел? Трололо? Like him. Like him. Да ёптель налево. Хорош. Лакхё. Подожди, тут открыто, а тут... Опа. Да, нам сюда. Скорее всего, сюда. Так, сюда. Отлично. How do you want to die? Я никак не хочу умирать. Пошел ты в жопу, старый упырь. Так, и мне очень плохо видно, потому что солнце в экран, и все, и отстанет меня. Лакхё. А мы здесь бегали, да? Let's play. Нет, все это твоих рук дело. Нет, неправда. Не ври, не ври, твою мать. Куда мне надо бежать? Let's play. Зря я это прочитал, да? Можно перепрыгнуть? Нельзя перепрыгнуть, твою мать. Пара-па-па-па-па. Slow. Так, мы здесь были. Тут закрыто, тут закрыто. Тут тоже было закрыто. Подожди, а мы куда-то ушли в дверь? А дверь не дверь. А дверь не дверь. Куда это? Так, куда нам нужно идти? Я что-то не очень понимаю. Мы отсюда типа пришли, дверь, если сюда открыта, да или нет? Или я не прав? Перепрыгнуть я обратно, короче, не могу. Надо куда-то... Так, подожди. Fast, быстрее, да? Быстрее, хорошо. Открывать могу? Не могу. Почему? Потому что не могу. Просто. Просто потому что. Наверное, потому что. Тут like here. Так, мы... Блин, тут, короче, какой-то лабиринт, да? А, вот сюда, что здесь... А, отсюда мы тоже проходили. Подожди, тут две двери. Или нет? Нет, одна дверь. Хорошо. Заходим в эту дверь. Что мы видим? Подожди. Да блин, просто солнце реально... Опа-на. Пошел ты в жопу, упырь. Ухожу. Вниз. Внизямбу. Внизямбу. Ушел. Роуз! Да хорош! Что делать надо? Что надо делать? Подожди, я отсюда пришел.
Воу-воу-воу-воу-воу, пошел ты в жопу, убрюк. Я ничего не вижу, можете включить свет, бляха? Бесите меня, реально бесит. Это тупик. А, нет, не тупик. Ой. Что там я могу делать? А, приседать? Еще темнее, не могли сделать игру, чтобы как бы, ну, совсем темно было? Нет, про то, что вы говорите, что, типа, я там могу в настройках? Не могу. Ну, точнее, могу, но не хочу. Зачем? Ну, типа, амон. Игра решает, что я как бы должен играть в такой теме. Значит, я так и должен играть. Но это несправедливо, мне кажется. Так, перепрыгаю амба. Не знал недавно, я узнал недавно. Ой, воу-воу-воу-воу, да слышь, ты как-то успел-то, алё, блин, ты чё? Саны этот, что ли, Усейн Болт или кто-то? Реально такой Усейн Болт, ёптель, бегает как скотин тварь. Раус! Смирись с этим. Наша общая сторона закончится сегодня. Типа не сюда мне надо было, или что, или сюда? Чё с ним? Где он? А, вон он. Он сгорел? Он типа сгорел, наверное. Куда мне надо? Ты понимаешь, куда тебе надо? Вот сюда, наверное, надо. Да хватит. Роуз! Роуз! Роуз, это ты? Голос у тебя жуткий. Обри? Обри, где, черт возьми, ты был? Could have used you like 5 minutes ago. Ты же пять минут назад. Ты же нашла блокнот, да? Уверен, что нашла. Right? Да? Right? Я прав? Yes, Aubrey. Блокнот у меня. And then I ran into. А потом откуда-то возник Людвиг. Oh, no. О нет, ты в порядке? I'm fine, Aubrey. Я в порядке, Aubrey. И сейчас Людвиг угодил в огонь, так что одной проблемы меньше. Fire, so that's one problem less. Wow. Окей, прям пара хороших новостей. Что дальше? Плохие новости, я заблудилась. Я думаю, где-то здесь есть лифт, но я не уверен. Ты слишком темно. А, ну это не проблема. Гляди вокруг и скажи, когда заметишь, что свет вокруг начнет бегать, хорошо? Это не мигающий свет, да? Или мигающий свет? Ну как? No, nothing. Пока ничего. Вот. Wait! Стоп, now, есть! Aubrey, Обри, вижу! Now. Oh, так, ты в палубе 66. Next order of business. Следующая на повестке дня найти тебе лифт. Fantastic, Aubrey. Просто фантастика, Обри. Спасибо еще раз тебе за все. To make good on my promise. You have no idea. Ты даже не знаешь, как я рад это слышать. Wait, let me get the doors. Сейчас, да, я займусь дверьми. Сядьте в лифт и спуститесь в машинный зал. Воу-в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 оу. What's wrong? Что случилось? Тут мерзость. There's the body of a man. Тут тело человека распят на стене лифта. Crucified against the elevator wall. Is there a different elevator? Скажи, есть поблизости другой лифт? I'd rather not. Я бы очень не хотел. Это единственный. It's the only one. Единственный лифт, Роуз. I hate this place. Ненавижу это место. Боже, я ненавижу это место. So much. One leaf in, one thorn out. Thanks for doing. Спасибо, что делаешь это, Роуз. Yeah. А.
что ж, наверное, на этом закончим на эту серию. Ребят, если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга. Всем пока!